Друзья, всем привет! Приветствую! Ну вот, моя третья стрижка в этом году. У нас сегодня 11 сентября. И вот так вот карагач зарос. В прошлый раз я стригла по забор. Сейчас вот видите, сколько и в ширину намного стал шире. Вот так вот он выглядит. Сейчас буду стричь. Вот у меня есть кусторез буш. С ним, конечно, очень быстро. Вот так. Начну с правой стороны, потому что у меня вот это здесь посередке ветки, они выше. И в прошлый раз у меня получилось криво. По идее, надо отпиливать. Надеюсь, что это будет последняя стрижка, так как все-таки уже 11 сентября. Сейчас будет останавливаться в росте. Буду стричь. Вот стригла минут 10, ну, максимум 15. И уже полностью низ подстрижен. Сейчас буду ставить лестницу и пытаться выровнять сверху. Вот, классно же получается, да? Ой, на кусторез вот у меня бош. Супер, супер. Ну вот, друзья, по-моему, получилось неплохо. Там осталось несколько веток, но я отсюда с этой стороны забора не достала. Мне надо теперь с другой стороны забора, но это уже я потом доделаю. А вот так вот получилось ровненько, классно, конечно, с электросучкорезом очень даже хорошо. И вот вам показываю девичий виноград. Причем вот это он все заплелся за 10 лет. Приблизительно и сам. Никто его не подвязывал, не привязывал. Постепенно, постепенно. И изредка я только, если появляется там, как это зовут, не осот, а хмель. Вот это вот плющ, вот этот колючий. Я иногда только вырываю его. А так все вот это заплетает сама. Так что девичий виноград мне нравится больше. А вот еще, друзья, хотела вам показать. Девичий виноград, как он мне заплел во дворе мой забор. Высота здесь 3 метра. И ну, сначала соседям моим вроде как не нравилось, он к ним свисал. А сейчас они тоже его выращивают. И знаете, мне кажется, придают ну, какую-то вот красоту, зелень. И хочу сказать, что он вырос тоже сам. И всего здесь вот я вам покажу. Вот, пожалуйста, один корень. Один корень он поднял. И вот так вот он растет. Может быть, еще уже укоренился. Ну, вот здесь он как бы... Нет, корень один. И вот эта вот вся стена, это получается один корень девичьего винограда. Ну вот он, наверное, может быть тоже лет 8, вот так вот. Сейчас я его уже закрепила получше, как говорится. Вот. И ну, вот здесь вот он тоже. Здесь надо мне доделывать. Доделывать надо. Как бы зеленый. Мне нравится, знаете, если делать выводы, то в чем-то даже он, как сказать, публикует. В чем-то он даже, ну, получается, легче в уходе, практичнее. Растет, да и растет. Единственное, что я за лето, вот здесь вот несколько раз, я его как бы снизу, вот видите, он вот там вот стелится, да? Я его раз-раз секатором, ножничками срезаю, и все. И вот такая вот зелень. Зелень. Вот. Сейчас еще фотку сделаю, карагач как выглядит. Стена подстриженная. Ну, конечно, тоже хорошо. Хорошо по-своему. Хорошо. Но мне кажется, вот ухода за ним, в каком плане ухода? Ухода вообще нет. Я не подкармливаю. За все лето я ни разу не поливала. Это раз. И виноград тоже я не поливала. Но здесь надо стричь.
Вот у меня было 3 стрижки. 3. Здесь, ну, даже не стрижка, снизу я немножко убирала. Вот так. Ну, как бы я склоняюсь в пользу девичьего винограда. Мне нравится зелень больше, как бы, от него. Но здесь тоже своя прелесть есть. И здесь вот единственное, видите, внутри какие становятся стволы со временем. Все-таки, как ни говори, это все-таки дерево. Это не куст, а дерево. И хлопот с ним чуть-чуть больше. Но тоже имеет место быть. Почему нет? Вот так, друзья, показала вам. Надеюсь, вам была почва к размышлению, что лучше.